здорово, с вами Лёва. И почему не было так долго роликов? Потому что у меня было ЗНО. Да, сдаю экзамены. Надеюсь, хоть подписчики будут держать за меня кулачки. Хотя все за меня держат кулачки. Да ладно, пока у меня есть свободное время до последнего третьего экзамена. Реакция на Джон Брейна. Что будет, если провести выборы в Undertale? Какие именно выборы, толком неизвестно. Но я надеюсь, мы здесь и узнаем. Погнали смотреть. Обычный день в Undertale. Вертолет, нормально. Ракеты всякие. Понятно. Продам гараж! Интересно, какой? Фроги-то. Да. Да и вы тут откуда? Ой. Что попросту происходит? Джейми, Дэвил! Что вы грабите? Экстренные новости! По подземелью прокатилась волна дерзких ограблений. Таинственные преступники крадут ингредиенты для своего зловещего плана. Глава королевской стражи лично прокомментировала данное происшествие. Вы чё? Совсем уже? Я вас забыл сейчас! Королевская стража день и ночь ищет подозреваемых. Опять вкладка сообщества. Шок! В связи с ограблениями, король Асгор решил сложить себе полномочия. К сожалению, я не могу справиться с таким уровнем преступности. Я отказываюсь от короны и ухожу в отставку. Пусть кто-нибудь другой разгребает это... Эти лейки разгребает. Я тебе сейчас это штука как засвечу. Как видите, наш обожаемый король тот еще. А теперь перейдем к более важным новостям. Уродил отварную сосиску. Нормально. Я не могу поверить, что ты взял и сдался, Асгор. Это лучшее решение. Я устал, я мухожук. Вот именно, на место, тряпка. Теперь нам осталось найти нового короля. Им должен быть только лучший из лучших. Фриск, очевидно. И мы уже знаем, что лучший кандидат в короли это... Давайте устроим выборы. Отличная идея. Как демократично. Ура, бугабаранию. Бумага точнее. Но боюсь, для этого нужен приличный бюджет. Вот я посчитала все необходимые затраты. Давай, покажи нам. Так, бутылки с водой, черный пиар, покупка голосов, личная акта. И какой идиот отдаст нам такие бабки? Кажется, я знаю одного. Фриск! Здорово! Рад видеть! Давай деньги! Фриск, ты ведь берешь деньги из воздуха! Останешь на пару сотен лямов, лады? Ну же, Фриск, помоги монстрам жить лучше. Мы верим в тебя и так далее. А что значит ИТТ? ИТТ-ч по башке, если не согласишься. Отсылка на фиксиков. Итак, размяли пальцы. И идем грабить денежки, как чувак из второго постола. Хочара! Нормально! Придумали! Последний указ короля Асгора. Указываю ввести обязательный налог на деньги 99% от вашего поближки чпоки-чпоки. А можно мне столько? Потому что с меня доход не приходит.
Ладно, и так сойдет. Ай. Не пропустите! Уже завтра состоится выступление кандидатов в президенты подземелья. Должность короля была празднена в связи с тем, что он тряпка. А теперь перейдем к более важным новостям. Где мои 10 рублей? От папайруса нормально. Голосую за турель, голосую за Адай, голосую за пердентыка, голосую за метатона, голосую за Альфису. Андай. Итак, уважаемые избиратели, вы хотите жить лучше? Да. Тогда голосуйте за меня, придурки вы два. Андай, давай без оскорблений. Там только Тэмми и Монстрёнок собрались. Скелет самый крутой, голосуйте за скелета. Пожалуйста, проголосуйте, а то меня жена на рыбалку не отпустит. Шо? Альфис? Взгляните на других кандидатов и на меня. На других кандидатов и снова на меня. На, я на коне. Блин, на My Little Pony. Голосуйте за меня, чтобы убрать это дабли. Не надо, Тори! Фриск, ты уверен, что это хороший идея? Нет, не уверен! Цензурь, быстро! Голосуйте меня, или это придется делать выжившим членом твоей семьи! Не важно, кто победит, я все равно уничтожу этот мир. Но всем, кто проголосует за меня, сувенирный ножик в подарок. Выберите меня, чтобы прекратить эти глупые анимации и издевательства над персонажами. Ты чё, охренел? Выступление кандидатов закончены. Пришло время дебатов. Что за дебаты? Как видите, все участники решительно настроены на победу. Ага. А теперь самая главная часть выборов — голосование. Так. Что за... Это нифига не голосование! Вы что делаете, изверги? Дико извиняюсь. Это были кадры с нашего мясокомбината. А теперь трансляция с избирательного участка. Черт меня побери, я лучше домой пойду. Я голосую за Антуху, Альфуху, Аскуху, Торькуху, Папируху, Цветуху, Чаруху, Катуху, Метатуху. Верните, Яри, Век. Количество проголосовавших. 70, 90, 97. Сейчас у нас ломается. 99, эррор. Эй, алло, 100% нет! Голосование окончено, дорогие дамы и господа! Уже завтра мы узнаем, кто победил в наших кристально чистых и непокупных выборах. А теперь перейдем к более важным новостям. Метатон Афисович работает шлагбаумом, нормально. Гастер, Тоби Фокс. Адрес к черту на куличке! Нормально. Так, давай, Цундере план. Сваливай. Стоп, а какую-то зарплату вы дадите или нет? Так, много фрокетов и санс. Дорогие избиратели, пришло время знать, кто поведет на светлое будущее. А не кто. К сожалению, почти все кандидаты загадочно исчезли этой ночью. Фриск! Но бюрократия есть бюрократия, поэтому давайте продолжим. Фриск, сваливай. Гастер? Косточка? Что бы это могло быть? Вы нашли собачачий ключ. О, какое совпадение. Все 46% избирателей выбрали одного кандидата. Новый президент подземелья становится... Фриск! Чё? Это есть писель по кличке Фумитокс. Какого хрена? На. Фриск. Помнишь? Вы кладете хот-дог перед дверью. Из-под двери высовывается белая лапа. Теперь ясно, кто это сделал.
Собачий ключ открыл дверь. Хм, и что там? Интересненько. Ага. Ну теперь понятно, кто делает эти анимации. Привет, Тоби Фокс. Тебе капец. Так это все твоя работа. Блин, что-то упал. Долго ты будешь его в чувство приводить? Звонок. Эй! Меня кто-нибудь слышит? Что ж, я просто оставлю сообщение. Прошло немало времени, да? Кажется, некоторое число важных людей пропало это ночью. Но больше никто не пострадал. Люди были озадачены. Это был полнейший бедлам. Но все-таки к концу дня маленькая белая собачка стала президентом подземелья. Она просто спит на троне и не делает абсолютно ничего. Странно, но кажется, так лучше для всех. Спасибо. И пошел нафиг. Тоби Фокс, а что ты на это скажешь? Наконец-то все снова под моим контролем. Подземелье может спать спокойно. Но если Тэмми и Джавел не помешают. Они помешают. Let's drink for Orishki. Конец. Кажись, проблемки. Скажу, как Санс. Что ж, я просто оставлю сообщение. Очень уж даже круто. Надеюсь, надоедливая собака как-нибудь и разберется с Тэмми и Джавелом. Но знаете, что мне не надоедает? Придуманный алкоголь. Это самое крутое и бомбезное, что придумали Тэмми и Джавел. Это просто крутецки. Ну да ладно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Лёва, всем пока. И если у вас будут выборы, берите собаку. Потому что она будет сидеть на троне и ничего не делать. Очевидно же.